В учреждении Е-164-9 Департамента уголовно-исполнительной системы по Североказахстанской области в ходе проведения досмотра у 44-летнего осужденного, которому в этот день был предоставлен выход за пределы учреждения в город Петропавловск для приобретения предметов первой необходимости, была обнаружена и изъята прозрачная жидкость со специфическим запахом. Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований. Жидкость, которую осужденный незаконно пытался пронести на территорию учреждения в нательном белье, согласно судебно-химической экспертизе, оказалась наркотическим средством. Это экстракционный опий. Возбуждено уголовное дело. С начала 2022 года это третья попытка проноса запрещенных предметов осужденными на территорию учреждения.